Находимся на Бебеля 132А, автосалон «Приоритет». Продолжает свою деятельность. Видим, подъехали автовозы, переговорили с водителем одного из автовозов. Часть машин будет забираться, увозиться по другим направлениям, в другие города. Оренбург, Уфа, Казань. Какие машины, непонятно. Водители говорят, нам, в принципе, без разницы, деньги платят, мы возим. Вот такая ситуация. Так, видим, вот управляющий дает указания. Видим, как осуществляется погрузка. Вот новые машины подготовлены в очередь на погрузку. Пока грузится один автопоезд. Таким образом становится понятно, что данная схема работает во многих городах. У данного автосалона есть свои филиалы, либо представительства. То есть Екатеринбург не одинок в своей беде по борьбе с данным автосалоном.